Всем привет! Время у нас сейчас 20 минут 4 утра. Собрались на рыбалку. Тут Андрюха, друган, приехал. Ненадолго, сдалека. Вчера решили порыбачить. О, на Печоре, на речке. Как бы по окуню, по щуке. Решили никуда далеко не ехать, потому что у меня выходные не очень длинные. Послезавтра на работу мне уже, да еще и дел хватает. Поэтому так, порыбачим слегка для удовольствия. Все основное, вся рыбалка будет уже в отпуске у меня. Может быть, и Андрюха останется подольше, но он вроде как бы собирается уезжать. Как-то быстро собрались, решили ехать. Погодка хорошая сегодня. Такое вот солнечное утро. Обещают дождики. Но надеюсь, мы успеем порыбачить. Не торопясь. Уже прохладно. Прям чувствуется, что ночью так температура опускается сильно. Сегодня 26 июля. Лето еще. Еще лето, но уже вот повернуло на осень. Еще, конечно, август будет, летний месяц, но уже вот по ночам у нас тепло, темно. У нас-то обычно тут ночи светлые летом. Сейчас уже все темнеет. Это вот такой вот дом у Андрюхи, родителей. Сами строили. Мотик мой на китайской фаре. Как светит, еще не знаю, нормально или нет. Надо ждать, как начнет темнеть уже сильно. Кругом вон маслица, двигатель дышит, вроде все герметиком делал, бесполезно. Так что вот, буду ждать Андрюху, как проснется, походу еще спит. Все включения будут уже самые интересные, надеюсь, на хорошей рыбалке. Надеюсь, будет сегодня рыба клевать. Посмотрим. Привет! Здорово. Здорово. Сколько там градусов? 7? Не знаю. Прохладно. Что, собаку будешь брать? Погнали.
рыбачит. Он на этот, на зимнюю удочку, да, Андрюх? Как обычно, достали камеру. Да, камеру включили, ничего не ловится. До этого хотя бы окушок брал. О, окушок, да. Небольшой. Небольшой. Но уже брать можно. Ну, мы берем, сушить будем. Ты своего съел, все. Я? Ты, да. Я никого не ел. Клюет? Ага. О, еще. Убежал, сбежал. Тут вот такая вот береза. Принесло ее сюда. Тут вся рыбка крутится возле нее. Не глубоко, но сколько тут? Да, метр. Метр где-то, да, глубины. Я говорю, Печора в этом году обмелела сильно. Только приехали, начал вроде окунь брать, да? Но. Там сколько у нас? Штучки, наверное, 4. Поймали. Кулай смотрит, за процессом наблюдает. Смотрять. Что, не клюет? Нет. Будем переезжать, да? Что-то у Андрюхи клюнуло. Рыбоёр. Окунь. Мощный. Лето у нас, Андрюха, в шапке. Ну. Очень теплое лето. А, промазал. Окушок. Окушок? Да. А. По пути ловится у нас рыба. От пути, не путю. Не, нормальный чё? Нормальный. Можно брать. Берем. Такая тут у нас красота. Опа! Клюет! Андрюха все ловит. Не успел. Сошел? А, нет. Что, побольше вроде, да? Да, такой же. Такой же. Пойдет. Поет. Пока доедем, сейчас походу и наловим, нарыбачим. Не сейчас. Опа! 5 промазал. Ну. Лови сам, у меня и спиннинг, и камера в руке. Я отплыла его ближе. Вы рукой что ли тянете? Да. Андрюха борется. С окушком. Спасибо. Не вытащишь. Давай, подсак. А подсак где? Подсак вот далеко. Он. В стуле лежит. Сейчас, подожди. Андрюха поймал у нас тут рыбешку. Это Николай поймал. Стоп. Николай, давай, поднимай. Оп. Есть. О, где твой там это? Как он называется? Как его, градусник, да? Градусник, весы. Смотри. О, Андрюха, молодец. По-московски называется ловить. Да. Только Коля его подсек, я только достал. Камеру-то надо кому-нибудь держать. Сейчас чуть попозже взвесим. Смотри. Граммов, наверное, на 700. Что, есть камера? Сколько, говоришь, думаешь, весит? Ну, 700, наверное. 700? А нет, ну, может, полкило. Сейчас проверим. Там надо включать, знаешь, да? Его же не сразу. Погоди, а где? А, вот.
сейчас. И контрзамер 0. Подожди. Погоди. Пробуй, включи, выключи еще раз. Да, надо было сначала 480, вроде, сейчас погоди еще раз. Астраханские ребята никогда нам не верят. 470. Покажи. 470. Астрахань, привет. А то вы нам не верите. У вас вечно там по 100 грамм все. Да. В интернете все меньше, на диване особенно. На диване вообще все меньше. Продолжаем рыбачить. Так может только Андрей. Сейчас бы как сломал. Держи. Благодарю. Не дари. Мы когда-нибудь жрать будем? Приехали на рыбалку, ему главное пожрать. Ну, конечно. А что? Главное процесс. Ух, там плюхается рыба. Рыба плещется прям. Прям сильно. Рыбачим на отводной поводок. Камеру надо вовремя просто было включать. Уже поймали так прилично. Полкана. Переехали там. Что-то у нас коряги одни. А тут не клюет. От слова совсем. Да, рыба кончилась. Плещется? Дель, похоже. Ну и конек. Так, поклевка. Поклевка. Там хорошие плески. Поклевка есть. Мимо. Поклевочка. Поклевочка. Либо плотва. Ясь, наверное. Я мелкий окушок. О, он окуня сколько много. Оп, слышишь? Да. Кидай. Оп. Что, его убил? Нет, я не специально. Он упал сам. Было много поклевок, а нет, есть. Мелкий. Пылаев. А у него вон уже ныряет. Ох, есть, есть. Ты что, не хочешь? Блин. Того, наверное, тоже пылая не хочет ни хера. Он не сдох еще. Ну, уже поймали, так засолить, посушить можно. Уже и душу отвели, да, Андрюх? Ну, потягали-то. На лимах только не нашли. Андрюха все на лимах хочет поймать. Так, поклевка. Оп. Мелкий. Засолить? Нормально. Ловится хорошо. Называется выходной. С пользой, приятный. Опа, нормально. Сойдет. Блин, опять заглотил до жопы. О, чё поклёвка. Ты смотришь, как будто ты есть их будешь. Поклёвочка мимо.
Есть. Да надо какую-то приспособу. Что, доставать? Ну, у меня есть эти... Типа... Плоскогубцы специально. Но мне кажется, будешь резину рвать. Вон уже хвостик откусили. Оголодавшие. Время. Сколько у нас время? Часов 7 есть? Ну, часов 8. Да? Полдевятого. Скажи. О. А нет, пол восьмого. Пол восьмого, нормально. Мегапроводка опять. Глубина, кстати, нормальная такая. Метра 3, наверное. Поклевка. Поклевочка есть. Такой пойдет хороший. Плещется ясь, наверное. Не? Ездя тоже приятно ловить. Да. На спиннинг одно удовольствие. Ну, надо вот такого допа не хочет. А, наверное, цвет не его. Там прям бурлит все. Есть? Угу. Отлично. Сошел, что ли? Не-не, идет. Опа. Такой стандартный, в принципе, окунь. Но... Засушить самый раз. Андрюха потом в Москву повезет, да? В Москве тоскливыми. Вечерами будешь вспоминать нашу рыбалку. Там вот куда я бросил сейчас, как раз таки плескалась рыба. Но не окунь. Ну не окунь. Есть? Угу. Андрюха только таскает он. Ну, а тоже пойдет. Бывает, ты что не ловишь? Засолить самый раз. Бывает, сегодня не выспался. Не выспался? А что мы его во сколько разбудили? В 3 часа? 3, да. Сборы были у нас. Ну, обычно спит часть. Поклевка мимо. Уже перетягали мы, наверное, здесь. А ты без остановок проводишь? Когда как, да. Бывает с остановками, бывает без. Поначалу вообще только закидываешь брало, да? Mm-hmm. Сейчас уже, походу, остались такие избирательные. Ну, а переедем потом. Не, ну вот такая рыбалка самый раз. Когда не клюет? Нет, когда клюет, вот именно, как мы сейчас приехали. Вот, видишь, клюет, поклевка есть. Сойдет, наверное, что-то. Как-то он. Плещется со всех сторон. Да. Нормальный. Окунь хороший.
это того стоит, чтобы проснуться в 2:30, 3 уже собираться на рыбалку, да? А спать я лег в 11 вечера. И не жалею. Как там говорится, в межсезонье выспимся. Поклевочка. Мелочь, по-моему. Дремлет. Собака дремлет. Пригрела. Сейчас бы, говорит, за лосем побегал. Да, это лосятник же. Ну тут отпусти его, вон, медведь есть. Погоняет, да? Ну. Там прям это, один за одним плещется. Мушку надо попробовать, слышишь? Да не, это не пихарик. Не? Смотри, там не то что один за одним, там целыми этими дуплетами даже. Пятером. Клевка такая какая-то странная поклевка. Вот. И вот непонятно. Небольшой окушок. Ну, такой пойдет. Вот попрыги. Мань. Мань. Нормально. Вот ничего я из видео вырезать не буду. Надо тебе вырезать. Так, так и сделаем. Будет видео во всей красе. Опа. Давно поклевок. Ну, наверное, мы уже тут перетаскали там много. Считай, почти уже кан этот набили. Все с одного места. Клевка. Оп, мимо. Оп, есть. Окунь сегодня что-то оголодавший с утра. Завтракает, можно сказать. Вчера фрикает. Чего? Вчера фрикает. А, ну может быть, да. То, что не получил вчера, берет сегодня. Не? Спит на ходу? Бишь, устал. Жарко. Надо, короче, переезжать. Жарко, да, но Андрей у нас в шапке. Да ему жарко, мне нормально. В тени так вообще. Лето. Ладно, я пока выключаюсь. Как ты себя чувствуешь? Упаднически, упаднически, да, скажи, Андрюх? Ага. Иди отсюда! Это ты мне? Да. Зашибись. Порыбачили вместе. Месяц. Может, давай уже это? Назад поплывем? Ох, а это утка. Утка. Тут может это. Щука. Утка. Да тут да. Ушки, да. Так она уже сытая. Ты же ее накормил. Сидеть. Не пердеть. Ничего вырезать не буду. Вот как есть, вот так все и выложу.
Бедолага, плачет. Утка-то? Ну. Да. А почему не хочет сказать на камеру? Потому что из шести детей остался один. А куда делись они? Один не хочешь рассказать? Тебя заплюют. Ты не хочешь сказать про одного, куда он делся? Что спасаясь бегством, у вас съела щука. Вот это было вообще контент-момент. Да, одному утенку не повезло. Зато щуке повезло. Что-то тут ничего не ловится у нас. Нет ничего, не хочет тут щука стоять. Ладно, камеру включим в лучшие времена теперь. Вот на следующий. Окушка. А, не с дивана. Прокалываешь малявке глаз. Очень вежливо. Малявка не против. И деликатно. Собака в это время спит. Николай А, не достает он. А мы сразу... А, малявка. Малявка на малявку. Конечно. Стой, не уходи. Открой дверь. Открой дверь. Что, ты ловить-то будешь? Или все, когда камеру включаешь? Нет ничего. Ничего нет. Опять мелкий. А мы уже тем временем полкан натягали, пока выключена камера была. Дорогие подписчики. О, дорогие россияне. Отписка будет большая. Ничего. Это значит, были не твои люди. Да-да-да. Вот наши люди. Булочные. Только на мотоцикле. Так. Закидываем еще раз. Ждем 3 секунды. Раз, два. Не успел до 3 секунд. Опа! Ну это нормально уже. Можно брать. Стой. Пока камера выключена, мы берем все. Конечно. Все то же самое, что и при камере. Пес спит, устал уток гонять. Тем временем... Ты главное дутовским не показывай, а то они это увидят. Места. Что? Будут приезжать и все, и твою рыбу обловят. В курсе, что? На мою. Меня смотрят и дутовские. Ну, я и говорю, ты им не показывай, ты им отключи подписку. Я думаю, сейчас еще дутовский отпишется. Да чтоб тебя, стой. Че, пылает, ты хотел съесть? Ну, поздно уже.
Давай мимо. Николай, не дворай. Не говори. Пошла маза, а вышла фаза. Когда он на лету там пытается взять. Ух, 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 ух. Чуть тебя не зацепил. Стой! Стой! Стой, Ва. Больно не будет. Но и приятно не будет. Приятный бонус. О, поймал. Поймал. Николаева пузо, конечно, зря мы скинули. У тебя новые подписчицы будут. Да? Пузо Любы. Пузо Светы, пузо Наташи. Хорошая женщина. У меня сейчас камера упадет. Это будет печально, если она упадет. Все, я поправил. Так ты что, она у тебя не промокашка все равно? Она не промокашка, но... А так, если упадет на пол, то она разобьется, а в воду она просто... Просто ты потом нырнешь. А, вот выпишешь ты, ну я. Да. А как? Вот такие друзья. Я тебе буду помогать, я тебе буду говорить, куда плыть. Стой ты. Мелкий. Разбился об лодку. Так, 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 так. Опа. Опа. Сорвался. Всю малявку мне сейчас перетаскает. Тем временем Николай. Да. Рыбачил. Пылай, ты как будто из трубы вылез. Ты точно на рыбалке с нами был? Выхлопная труба. Хрен поймаешь. Так. Крупняк закончился? Да, что-то вообще мелкий. Места там много. Печора большая. Печора. А-а-а. Сейчас вот-вот слетит камера. Ой-ой-ой. Поправил. О, видал, там еще ходят. Ходят? Да. Как пароходы. Ого! Что случилось? Сошел так. Грациозно он ушел. Угу. В больницу он, походу, пошел после такого отпускания. В поликлинику записываться. Рыбную. Блай, что гулять не идешь? Тебе веточки мешают? О, пузом поймал? Да. Или нет? Нет. Не. Ой. Нормально поймал. Я тоже клюет. Но у меня мелкий. А он весь такой тут средний, да? Угу. О, этого придется брать. Понравились глаза его? Заглотил. Понравился, его я беру. О, опять тебя на груз пытались броситься. Да? Ну, опа. Это нормальный. Но сошел раньше времени. Стоп, стоп, стоп! Кстати, такой цвет лучше использовать. Ясник клюет на него. А вот это ваше все машинное масло. Один яся такой, да? Даже два. Не, ну в смысле атакует постоянно. Да, я понял. Я
тоже понял, что понял. А Пылай понял, что ты понял? Малявка улетела. Мухи, поводы. О, мелочь. Наливают и отпускают. Неправда, да? Угу. О, видал, там второй провожал. Последний путь. Ты на подвиг меня провожала. О, хороший. Тоже заглотил. И... провожала в последний путь в прямом смысле. Но она об этом не знала. Она думала, просто играются. Есть. О, хороший. Что ты как новичок тащишь? Слушай, а раньше помню, только такие клевали здесь, в этих местах. Угу. Раньше не то, что прежде. Только таких тут было нет. Тут я не рыбачил. Ну, лет, наверное, 10, наверное, я тут не рыбачил в этих местах. А как ты тут рыбачил раньше? Мы приезжали сюда на Луга. А, с Лугов? Да. По всему этому берегу малой. Да ё-моё, эта камера, что ж она слезает-то всё? Соскальзывает. О. На этот силикон хорошо бьёт, кстати. А на тот? Не знаю, я ловлю на этот. И этого нет, да? Как его? Давай. Ай, зацепов тут. Ай, зацепов? Ну. А, место вроде ничего выбрали. Что-то не успел сесть, да? Да, я хотел руку помыть чисто, а то уже все соскальзывает. Пылай, ты зря тут сел, крючком в глаз получишь. Вон малявка улетела там где-то, ищи. Ведер нету, это одно. Вот это с малявками. Нам хватит, мы сейчас это заполним, потом уже можно на ведро переключаться. Канистру можно тогда будет разрезать. Под бензином. А, они промытые. Будем потом с бензином рыбу есть. Ну, там продадим ее. О-о-о! Порежься, смотри. Но уже. Уже пора закрывать. Сезон? Да. Ух ты! Как все это получилось. Да, ё-моё. Кстати, можно тот кан дополнить. Добить. Да. И там везде еще можно. В утиль. Вы проводите. Везде еще до дома доживут, они живучие. О, там же у тебя сразу хлоп. Ну, толпа. Пла, отойди. Давай. Давай. Опа. Да, в этом году я первый раз в жизни рыбачу на вот такой вот. Блядь, блядь. Дело писалось. Сука. Крючок засадил. Ну-ка, достань что-нибудь. Ох. Или камеру возьми. Интересно, там что-то пишется? Да, пишется все. Я ничего вырезать не буду. Вы смотрите на самом деле, как мы рыбачим. Как не стоит рыбачить. Я сейчас туда снимаю, не туда, неизвестно. Куда-то туда. М? Куда-то туда. Я боюсь с тобой рядом рыбачить, потому что ты себя не жалеешь. Остальных подавно. Остальных не жалко. Никого не жалко. Никого. Да. Ни тебя, ни меня, ни его. Малявка какая-то с красными гландами. Иди сюда. Или с красной башкой. Болеет, да. Кровоизлияние в мозг у нее. Он болеет просто. Воспалением хитрости. О! В
Брал я, брал, да не набрался. Смотри. Что? Ясь. Да. Ты говоришь, не берет. На этот цвет. Ух ты. Отдыхай, парень. Тарам, там. Была с досадой, смотришь на малявок, да? Ну, их он любит кушать, да. Малявки — это любимый продукт. На них можно рыбачить. Нельзя, пылай. Только поговорили. О, есть. Мелочь. А приятно. У меня тоже мелкий. Блин, тоже заглотил. А, у меня нормально. Отпускается. Че, облизываешься? Типа ты будешь. Спорим, ты не будешь. Я тебе сейчас дам. Не перди. На. Это он собаке, кстати, сказал. Да ладно, тебе. Ну и чё? Опа! Опа! Видал? Сальто мортале. Энте бьено. Тоже ничего. Пойдёт. Чё ты? Ладно, не ешь, короче. Раз ешь, значит, забираем. Конфискация факта. Смотри, как он, ничего что. Ну. Курушечно. Пылай, подвинул ногой. Пылай, ну прости. Быстро прячься от собачьи. Тут в ведре уже вода теплая. А сейчас добьем, да поедем чистить. Пылай, будешь малявку? Можно на песке встать, да почистить, слышишь? Ну так себе берет. Бывает, за 2 часа ты 2 кана набиваешь. Мы, а тут мы уже... Искали место. Нафига. Катались место, еще искали долго. Ну. Если бы сразу сюда приехали с утра, уже все полное бы было. Дома сидели, чистили. С другой стороны, а что дома сидеть? Да, мы же на рыбалку приехали. Главное — процесс. Да. Да стой ты. Слушай, я его это... Баранил. Ай! Кого? Да что ж такое-то? Ё-моё. Смотри, кто-то идёт там. Светка хрустнула, нормально. Да? Лосики, кстати, могут и летом быть. Лосики? У меня хоть туда снимают? Мне кажется, я снимаю просто пол. Не-не-не, нормально. Я же переодевал. Перенадевал. Тебя пытались отпустить, ты сам в лоску залез. Колючие вообще ужас. Колючие. Да чтоб тебе. Крутилось. Пыльник. Что? Пыльник. Хорошо, да. Угу. Здрасте, до свидания. Звоните нам еще. С бабушкой приходи. Опа. О-о-о. Такой. Это уже мелкий. Небольшой, какой-то. Но... Тот лучше был. Небольшой, но молодец.
Да, молодец, что опять заглотил, и придется брать. А. Такой-то мелкий, нафига. По-моему, мелкий. По-моему, мы. Там уже окушок не очень себя хорошо чувствует. Где? В черном кане. Чего? Ну, уже это, желтеет. Да? Ну. Это сейчас уже эту малявку добьем. Сейчас черный кан почистим. Да? М? Черный кан почистим сначала. Ну да. Да блин, дайте нам нормальных окуняшек. Что, все забито, да? Почти да. Ух, там крупняк какой за этим шел. Угу. Ты где? Ты еще не довел, блин. Я думал, ты будешь красный. Надеюсь, что нет. Да не. Ну, мастерски, да? Угу. Харе. Все? Угу. Выводим дальше. В офшоры. Опять заглотил, блин. Чё ж мелкие так заглатывают больше, чем крупняк? Чё ты смотришь? Ты же не будешь все равно. Я? На, ты да, тем более. Ты на малька? Ну да. Давай на отводной. Бедро все. Да надо вот этих малявок, да и... Клади. Да блин, оставь, я положу. Клади. Если бы он еще их ел. Заелся сегодня что-то ты, пылай. Причем он сегодня немного-то их съел. Сейчас это кто-то посмотрит, скажет, глисты будут, да? Как обычно. Да, ест у нас собака рыбу. Не переживайте, все с ней нормально будет. О, уже сидит. Прям хорошо окунь берется. Прям нормальненько, да? Нормально. Надо искать место просто. Нормально. Я говорю, ты говоришь это. А не расстраиваться. Кто расстроился? Коля, а, сразу поесть, мне слышал? Поводок. Поесть, точно, да. Сказал, когда не поедим, ну. Палки не будет. Да блин! Вы издеваетесь, что ли? Вон, видишь, ест. Теперь ест, да. В самые гланды заглатывает. Жабры. Контент не из приятных там. Как есть. Ты про мой живот? Согласен. Блин. Ох, какой хруст стоит. Это вам не в Макдональдс ходить. Да, пылай, вот это настоящие наггинсы.
рыба фри. Фиш-ролл. Будешь еще? Фиш-ролл. Клюет даже вот на такую обдолбанную малявку. Вот сейчас смотри. Обгрызано. Так у нас малявки здесь. За здоровье. За ЗОЖ. Опа! Съел. Ой-ой-ой. Иди сюда. Понятно. Иди сюда, говорит. Такое тоже было. Было, помню. Где тоже там долго, помню. Это ты выкинул или выпрыгнула рыба? Я ничего не кидал. Значит, рыба выпрыгнула. Ой-ой-ой. Ух ты. Ну. Крупняк сошел. Рыба везде. Смотри, вот я только закинул, уже там берет. Опа. Ой-ой-ой. О! О, кто там? Ясь. Ясь. Полуясь. Ах ты. Сверху брюхом плавать надо. Ну, теперь надо кричать. Что, ясь? Да. Вот. Здоровенный ясь! Рыба мечты. Что, что он поранился? Кульбиты. Поранился. Че? Ну, забирай, ты же все равно их ешь. Я их пью. Большой пью. Слишком много вам позволяем. Чего? А? Можешь? Да воды много у малявок. Ловить тяжело. Где у тебя леска? Что? Где у тебя леска, чтобы не задеть? А уже. Блин. О, ободрали. Ой, засмотрелся на твоего ободрыша. Ободрали. Как лип. Так вот, мы и рыбачим. Халдую-ду. Эй, пылашка в 15-м ряду. Жарко. Кто-то в чане купается сегодня, не? Должны. А я думаю, не должны. Обязаны. Угу. Чё, плывешь, вздыхаешь? Умаялся, бедолага. Он сегодня тоже поработал нормально. Побраконьерничал. Ай, комар, козел.
Ожидаем от вас комментарий, куда вам столько. Да, да, да. Вам что, жрать нечего? Точно, точно. Пишите, не стесняйтесь. Можно, можно нецензурно. Угу. Мы все простим. Пойдем. И отпустим. Конечно. Опа. После вот таких рыбаков и рыбы нет. О, ставьте больше все. Лайков, подписывайтесь. Устал у меня крючок, надо перевязывать. И выйдет у нас новое видео. Лоси в шоке 2. Смотри. А, бывает. Первое видео у нас набрало 3,5 миллиона просмотров. Обещаю, второе видео будет веселее в 2 раза. Так, ну тут, конечно, либо тебе придется вырезать, как я крючок вяжу, либо остановить пока, потому что это будет долго. Не умеешь? Нет, просто тут все заляпано. Дай ножик. Хочешь выкажу? Давай. Все, с Андрюхой поменялись. Теперь я буду запечатлеть, а Андрей будет ловить. Крупников поймали, пока камера опять была выключена. Как обычно? Я крупный окунь. Ну я сказал, что на эту силиконку не берет ясь. Угу. Почти сразу же и достал его. Поклевки прям одна за одной. Пустых забросов у нас, по-моему, нету, да? Ну, если есть, то а... можешь довести до сюда. А, ну сход, да. О, мелочь попалась. Вот зачем ты так поступил? Мне тоже, по-моему. Блин, сорвался. Это хорошо, что сам ушел своим ходом. И потом оказалось, что не мелочь нормальный. Нормальный был? Да тут уже нормальных. Опа! А. Как же? Чем больше комментариев, куда вам столько. Да, пишите, конечно, не стесняйтесь, побольше. Чем больше вы пишете комментариев и подписывайтесь, тем больше мы будем ловить. Сейчас никто не будет подписываться. Ай. То говорят, там видео пишут, названия такие создают. Рыба клевала, как с пулемета. Ну и что он там поймал? 10 штук с пулемета. Вот, с пулемета. Уже 2К на полный. Ведро пошло набираться. Сами не знаем, куда нам столько, вы и не спрашиваете. Да-да-да. Но мы когда на диван сядем, мы это все осудим. Нет, конечно. Может быть, просто выкинем. Да ладно, шучу. Засолить, пожарить, закоптить, засушить. Причем мы в две разные семьи ловим, поэтому. О, блин. Ушел? Ну, хороший был. О, помяли. Я, кстати, все еще на первую силиконку ловлю. Да? Да, я его уже там насаживал, перенасаживал, чтобы мимо дырок был. Меня уже потрепали. Но у меня хвост еще не оторвали ни разу. У меня вот этот перец разрывается. А вот и зацеп. Зацеп есть? Mm-hmm. Заводи мотор. Багор. Да зачем? Просто надо сняться. Сейчас, подожди. Я не знаю, я пробовал несколько раз, ни хрена это не работает. Да блин, вот так вот, оттягиваешь и... Оторвал? Нет. Все на месте? Нет. Что оторвал? Ничего не оторвал. А, хорошо.
Окунь-то хороший. О, оторвал. Что оторвал? Сейчас посмотрим. Крючок. Секунду. Только сказал, что... Рыбку почистили мы. У нас получилось... Вот, чищенная. Два кана. Полный. Пошел дождь. Дождь, да, пошел. Андрюха оделся. А была и разделся. Так, смотри, сейчас наступит на крючок. Тут вот мы чистили рыбу. Чайки ждут, когда мы уедем наконец-то. Сейчас чай попьем. Поедем, попробуем еще, наверное, да, покидаем чуть-чуть? Ну, да. Дождь пошел. Дождь сильный не будет. Дождь пошел, да. Будет что интересное, включимся. Вот так мы добираемся домой. Андрюха решил пойти пешком. Глубина реки не позволяет нам плыть на моторе. Теперь этот мотор Андрей. Вот такие вот занятные занятия у нас сегодня. Там мотор повыше поднял. Стой. Сейчас подниму.